В агентстве по делам семьи, детей Тувы проходит обучающий семинар в рамках региональной программы «Пюзюрел», где принимают участие не только социальные работники агентства, но и сотрудники отдела и комиссии по делам несовершеннолетних. Семинар проводят специалисты из Центра развития образования города Красноярска. Социальные работники сначала знакомятся с теорией профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, после распределяются по ролям. По словам преподавателей, таким образом они смогут лучше понять и родителей, и инспекторов. С нами контакт, идти вот, наш контакт, да, нашли вот единственного родственника, вас нашли. Ну, я сам не родственник, я вообще не имею этого, даже не знаю, только один раз в жизни видела. Нет, почему вы обманываете? Мы узнали, так что вы родственники. Мы узнали, что вы родственница. Ну, я родственница, но... Да, когда мы обращались к вам, они за помощью, может быть, родителей мальчика. Да, они ходили. Одной из ключевых составляющих успешной реализации социального сопровождения семей в трудной жизненной ситуации является межведомственное взаимодействие, говорят специалисты. Разные семьи, есть разные специалисты. Поэтому все зависит от качества работы специалистов и от количества и условий, в которых проживают те или иные семьи. То есть сельская местность, городская местность, какие-то национальные особенности. В общем-то, я думаю, что все исправимо, все в руках специалистов, все в руках людей. Отмечается, что за 9 месяцев текущего года в ходе проверок семей, состоящих по каким-либо причинам на учете АПДН, выявлено более 720 детей, находящихся в социально опасном положении и требующих помощи государства. Более 100 из которых в последующем были направлены в детские соматические отделения, а свыше 600 детей в центры социальной помощи семье и детям. В настоящее время в социальных центрах Тувы находятся 233 несовершеннолетних.